Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста о сокрушении, увещание второе, продолжение. Признательному рабу свойственно смотреть на благодеяния, оказанные всем вместе, как на собственные, и пищись и заботиться так, как бы сам был должником за все. Так сделал и Павел. Хорошо опять вспомнить о нем, когда сказал, что Господь умер за него. А что ныне говорил, он живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2.20. Так говорил он не потому, что хотел сократить дар Христов, но потому, что желал представить себя виновным во всем и возбудить в каждом такое же расположение духа. Если бы Христос пришел и для одного человека, то дар его от этого не только не уменьшился бы, но явился бы еще больше. Почему так? Потому что он показал бы такое попечение об одном человеке, какой отыскивающий одну потерявшуюся отцу. Поэтому Павел и смущался, поэтому и плакал. Если взявшие деньги взаймы, не могущие уплатить, утопая в великой бездне долгов, не едят и не спят от мучительной заботы, то чего не претерпит праведник, видя свой долг пред Богом, состоящий не в деньгах, но в делах. А мы не так. Но уплатив хотя бы мало, ведем себя так, как будто уплатили все, и даже поступаем еще хуже. Этого малого не делаем с пристойной, свободным людям ревностью, но наперед разведаем, есть ли зато награда, велика ли награда, будет ли то вменено нам самим, произнося слова людей несвободных и наемных. Что говоришь ты, малодушный и жалкий человек? Тебе надлежит сделать нечто угодное Богу, а ты стоишь с заботой о награде. Если бы тебе за такое дело надлежало впасть в гиену, то и тогда разве следовало бы уклоняться, а не с великой готовностью приниматься за делание добра? Ты делаешь приятное Богу и ищешь еще другой награды. Истинно, не знаешь ты, какое великое благо угодить Богу, потому что если бы ты знал это, то никакой другой награды не сравнял бы с этим благом. Разве ты не знаешь, что награда тебе будет больше, когда ты станешь делать должное, не надеясь на награды? Разве не видишь, что и между людьми все особенно уважают тех, которые прежде наград имеют в виду угодить им, и об этом стараются больше, чем о почете от них? Так люди столь благородно поступают даже с подобными себе, а ты столько благодетельствованный Господом, и столь многих ожидающих благ, когда надобно сделать что-либо полезное для твоего спасения, прежде дело разведываешь о награде. Посему мы и бываем всегда холодны и жалки, не готовы никакому благородному делу. Посему мы и не можем быть в сокрушении, хотя немного собраться с духом. Мы не помышляем внимательно о грехах своих и не исследуем благодеяний Божиих, и не смотрим на совершивших величайшие подвиги. Мы потому забываем о добрых делах, что и благополучием пользуемся неумеренно, и, называя себя часто грешниками, говорим это неискренно. Это видно из того, что когда услышим такое название других, мы сердимся и раздражаемся, и называем это обидою. Так во всем у нас лицемерие, и мы не подражаем мытарю, который, когда другой укорял его во множестве грехов, перенес эти укоризны и получил плод от дел своих. Сей пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей. Лука 18.14. А мы не знаем даже, что такое исповедание, хотя исполнены бесчисленных грехов. Нам надлежало бы не только убедиться, что у нас множество грехов, но и все грехи свои, малые и великие, начертать на сердце, как книги, и оплакивать, как недавно совершенные. Тогда мы смирили бы и гордой души своей, непрестанно напоминая ей о своих пороках. Пометование о своих грехах есть такое благо, что блаженный Павел часто выставлял на вид даже заглаженные вины свои. Так как все прежние вины он омыл крещением, а после жил так чисто, что не сознавал за собой ничего и не имел грехов, о которых бы надлежало вздыхать, то вспоминал о грехах, омытых уже крещением, и говорил: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофея 1.15. И еще:
благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». 1 Тимофею 1, 12-13. «Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее». Галатам 1:13. И еще, недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. 1 Коринфянам 15:9. Такие грехи, хотя и освобождают нас от виновности, однако достаточно могут возбудить душу и расположить ее сильно возлюбить Бога. Так и Симон на вопрос Господа, который из двух должников более возлюбит взаимодавца, сказав, думаю, тот, которому более простил, услышал. Правильно ты рассудил. Лука 7, 42, 43. Продолжение следует.